Доброе утро всем. Поставьте плюсики, как меня слышно. Отлично. Привет! Привет всем, друзья мои! У меня сегодня замечательное настроение. Вот, как настроение у вас? Поставьте по десятибалльной шкале. У кого на десяточку? Отлично. На восьмерочку, на десяточку, на восьмерочку. Ну, прекрасно. Ребят, а скажите, пожалуйста, кто-нибудь запись поставил? Значит, планерка будет идти без записи. Ну, ничего страшного. А, Лили поставила. Спасибо, Лиль. Итак, поехали. Ну, сегодня с вами Наталья Варгина. Мне выпала такая честь провести сегодня планерку в четверг. И в такой праздничный, светлый день я хочу всех поздравить с таким светлым праздником Крещения. У нас в Саратове такой крещенский морозец, прям такое светлое, ясное утро, все так красиво. Настроение такое праздничное поднимается, да? И сегодня, в праздничный день, да, нельзя делать никакие дела, да, по хозяйству. Поэтому, ребят, в Питере плюс 2, здорово, в Питере теплынь крещенская, можно купаться в проруби легко. Вот, поэтому сегодня самое время отложить все дела, все домашние дела, да, бытовые, и заняться замечательным таким нашим делом, как рекрутингом. То есть, как говорится, сам Бог велел сегодня нам рекрутировать, рекрутировать и рекрутировать. Кто уже начал это делать, кто будет сегодня это делать, поставьте десяточки опять. Отлично, работают все, все уже в рабочем режиме, замечательно. Я хочу вам сегодня, ну, еще раз поздравить вас с праздником и идем дальше. Еще я хочу похвалиться. Вчера мне привезли мой заказ, и я себе вот взяла вот такие вот капсулки. И причем взяла их как? Я взяла их вместо доставки курьера. Классные капсулы, всего взяла их за 655 рублей. Давно хотела попробовать, до этого пользовалась такими вот синенькими фиолетовыми, вельвет они, по-моему, называются. Вот. А вчера мне привезли вот такие капсулы. Я вообще в восторге. Скорее хочу их попробовать. Ребят, кто, если пробовал, уже поделитесь впечатлениями. Они волшебные. Вообще, конечно, хочу вам, знаете, о чем рассказать. Я масло различное, да, я не очень, если честно, люблю, да, оно жирновато как-то, вот мне не очень нравится. Но орифлеймовское масло – это что-то фантастическое. Оно вот не ощущается такой вот такой жирности, не ощущается, да? Оно наоборот какое-то вот очень легкое, впитывается очень быстро. Вот капсулы, да, там очень много различных масел, но они в виде такого геля приятного, да? И когда наносишь на лицо, оно быстро тоже впитывается, и когда сверху наносишь крем, ощущения невероятные. Я вообще просто вот в таком восторге, я прям кайфую от того, когда я вот наношу себе вот эти вот капсулы, да, и кремушек сверху. Вообще просто я обожаю это делать. Мне вообще нравится, вот нравится трогать свое лицо, да, и вот чувствовать вот это вот действие вот этих вот наших кремушков, наших капсул, наших сывороток. Вообще просто вот супер! У меня да вот больше слов нет, кроме вот как супер, класс, здорово, просто прям на 100%. Ну, я похвалилась, меня просто разрывало, я не могла не похвалиться. Ну, идем, конечно, дальше. Ну, у нас планерка, да, соответственно, мы должны поделиться своими планами. Поделюсь с вами сразу, пока вы пишете в чате свои планы, я поделюсь своими планами. У меня по плану сегодня регистрация. Вот, я вообще запланировала себе каждый день, чтобы у меня было по регистрации, вот,
Если будет больше, я, конечно, буду очень рада этому. Вот. И хотела бы вам задать такой вопрос. Вот у кого такой вот, ну, я не знаю. Вот кто считает, что одна регистрация для вас это сложновато? Поставьте троечки. Вот все ждут Реги, да, вот Лили Рега, классно. Ксения, троечка. Для Ксении одна регистрация в день, это сложновато, да? Угу. Для Натальи, для Дильшата. Ребят, на самом деле, открою вам секрет, секретного ингредиента, да, одной регистрации в день. На самом деле, его нет, этого секретного ингредиента. Все просто. Если вы делаете тот план, Наталья, доброе утро. Тот план, который у нас по статистике, да, отрабатываете ту статистику, если вы работаете там в тех или иных сетях, например, если вы работаете в Инстаграм, то нужно сделать 5000 подписков, 5000 лайков. Там, если вы работаете в каких-то соцсетях, нужно отправить определенное количество сообщений. Я хочу вам сказать, что если вы отрабатываете этот план, то обязательно к вам придет регистрация. Обязательно. Если для вас сложновато, то значит вы просто немножечко не доделываете. Обязательно обратитесь к своему спонсору, пересмотрите всю свою работу, потому что, чтобы не тратить время зря, нужно делать, ну, как продуктивно работать. Можно целый день провести в интернете, но ничего не сделать. А можно продуктивно поработать пару часов и получить регистрацию. Ребят, я хочу вам сказать, что какое-то время назад, да, я тоже поставила бы троечку, и сейчас я, но сейчас хочу вам сказать, что я полностью уверена, что регистрация в день – это вообще реально. Это можно делать, но нужно делать. То есть я уже много наблюдала, да, смотрела, там, анализировала всю работу, да, и я вижу, что, как я делаю, сейчас расскажу, Лиль. Я вижу, что если я делаю, вот именно, что если я делаю, вот в любом направлении, в соцсетях я работаю, где-то там в Инстаграм, ну, в Инстаграм у меня еще не сильно раскручен, поэтому не могу по нему статистику сказать, но самое главное, неважно, где вы делаете, но если вы делаете и делаете это каждый день, то люди начинают к вам идти. Прям 100%, ребят. Вот поверьте в себя, да, и делайте. Вот просто заставьте себя. Вот если честно, да, я сейчас вам признаюсь честно, я каждый день заставляю себя. Я дала слово себе, что я буду делать каждый день, несмотря ни на что. И я, когда я начала это делать, да, каждый день, я заметила, что идет началось какое-то шевеление, да, начинает идти результат. Я знаю, что я добьюсь этого результата. Потому что все, кто делает, обязательно добиваются. Поэтому, ребят, нужно только делать. Если вы пропустили один день, вот как Джамиля Горбатка говорит, вы работали плодотворно там сегодня, завтра, послезавтра, пропустили один день, вы отработали эти дни в ноль. То есть вы откатываетесь назад. Поэтому, ребят, заставьте себя. Дайте себе слово, да, что я буду делать, например, в течение хотя бы месяца, каждый день. И когда вы через месяц увидите результат, то вы тогда поймете, что нужно делать, 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 и тогда результат придет. То есть попашите 3 месяца, например, да, и у вас уже начнет этот снежный ком нарастать, и все, вы уже не остановитесь. Ребят, прошу прощения, секунду, сейчас там у меня малыши мои шалят. Продолжаем дальше. Вот, смотрите, в нас играют наши страхи, лень и все такое, да? И когда мы начинаем оправдывать себя, наше подсознание говорит, ну, вот я сегодня не сделала там план, потому что там, ну, у меня там ребенок меня отвлекал, да, дела какие-то появились. Еще что-то. То есть мы все время ищем какие-то оправдания для себя, да, чтобы себя оправдать. Ребят, нет никаких оправданий. Я вам реально говорю, что если захотеть, вам ничто не будет мешать. Ни дети, ни какие-то дела, ничего. То есть в любой момент можно найти время. Вот
как делаю я, да? На данный момент я сейчас работаю, пробую работать в Юле. Это сайт с объявлениями. Вот, я там, значит, разбрасываю объявления. Вот что я делаю, да? Вот любое у меня время свободное появилось, там 5 минут, 3 минуты, я начинаю рассылать. Сколько успею? 5 штук отправил, 10, там 15. Но в день я отправляю положенное количество. И люди отзываются, люди начинают писать, люди идут на собеседование, люди идут на регистрацию. Понимаете? Неважно, там, активируются они, уйдут они, но однозначно, что из такого количества, если каждый день регистрация, обязательно кто-то останется, обязательно придут ваши кораблики. То есть мы массу превращаем в кассу. То есть у нас из массы мы обязательно найдем своих бриллиантиков. Но эту массу нужно переработать. Пока вы не переработаете свою массу, вы не найдете свой кораблик. А, Юла – это приложение такое, оно устанавливается на мобильный телефон. То есть с компьютера на нем работать нельзя. А вот с него очень удобно работать с телефона. Вот. И там просто люди подают объявление. Барахолка, скажем так. Вот. Там она разбросана по категориям, я подаю именно в детских товарах. Посмотрите в интернете, в Ютубе, очень много роликов. Прям так и напишите, работа в Юле. Работать очень просто. Почему я выбрала сейчас на данный момент этот способ? Потому что детишки маленькие, да, и много времени в соцсетях, ну, не посидишь. Соцсетям все-таки нужно отдавать побольше времени. Ну, я раскручиваю личный бренд, но немножечко медленно это получается, потому что все-таки малыши еще отвлекают, им нужно еще очень много времени. А вот в Юле, не за что, всегда пожалуйста, а в Юле прям вот там очень-очень мало времени вы тратите, но результат хороший. Соцсеть это еще как бы туда только-только начинают там люди рекрутировать, поэтому ловите момент, бегите скорее, работайте. Самое главное, ребят, не останавливаться. Даже когда вот у вас уже, например, пойдет результат, да, вот пойдет, вот в этот момент самое главное – не остановиться. Вот сейчас мне Лиля не даст соврать, да, подтвердит это, что если происходит остановка, то вы сразу падать начинаете. Правильно я говорю, Лиль? То есть если отдельный семинар в Юле, ну я попробую, конечно. Я все конкретно, подробненько тогда сделаю семинарчик, и тогда мы проведем его обязательно. Вот, да, ребят, и когда, вот смотрите, когда вы падаете, да, когда вы, ну, не падаете как-то грубовато, а когда вы откатываетесь назад, потом намного сложнее опять раскрутить этот маховик, намного сложнее, чем когда вы приходите и начинаете, и не останавливаетесь. А вот когда вы остановились, раскрутиться потом намного сложнее. Не то, что там люди не будут идти или еще что-то, да, а вам самим будет сложно. Вам самим будет сложно, морально будет сложно, потому что вы будете думать, что я такую массу сделал, а результат ноль. Поэтому, ребят, настройте себя, вот возьмите себя в кулак, да, я не знаю, делайте, что хотите, бейте себя в стену каждый день, ну, не убейтесь, конечно же, не травмируйте себя, вот, но делайте действия. Делайте действия, и когда уже вы увидите результат, вы просто кайфовать начнете от этого. Просто не остановитесь. Дальше, ребят, кто, сейчас вот я еще хочу задать вам вопрос, и ответьте откровенно, кто боится негатива? Вот кто боится, когда вам, не то чтобы боится, да, вот, ну, испытывает какие-то неприятные ощущения, когда к вам, например, приходит сообщение, что там вы достали уже, или там сколько можно присылать это все, у вас секта, ну и всякое такое, там много чего люди пишут, да. Вот кто вот это переживает очень сильно, когда получает такие сообщения? Обозначьтесь как-нибудь. Так, вот Наталья переживает за это, да. Ксения в бронежилете, молодец, правильно, одевайте бронежилет, читайте книги. Угу. Ребят, вот те, хорошо, когда спокойно относишься. Я вам хочу сказать, что я тоже, да, была всегда настроена, что, ну, люди все разные, да, у меня вообще такая была профессиональная деятельность, что я чего только не слышала в свой адрес, чего только не видела, да, вот.
если кто не знает, то я работала в полиции. Причем последнее время я работала по исполнению административного законодательства. Работала с незаконным предпринимательством. Представляете, когда я закрывала, да, вот эти вот все незаконные торговые точки, представляете, что я слышала, что я там в свой адрес чего только не наслушалась. То есть негатива было много, бронежилет у меня достаточно хороший. Вот, про полицию. Ну да. Вот я была сотрудником полиции, и, ну, вот я говорю, достаточно такой бронежилет у меня уже был. Но когда я пришла в сетевой маркетинг, и когда начала получать отказы, вот в том числе из теплого рынка, да, у меня было разочарование. Вот когда вы приходите, да, вы горите, да, и вам кажется, что сейчас все должны за вами пойти, что вы, у вас такое классное предложение, самое супер-супер, а тут один отказ, второй отказ там, и все, вы начинаете гаснуть, да, вам кажется, а может быть, все-таки правда это не так классно, не так здорово, да. Вот. Я тоже, но я всегда говорила, что это нормально. Люди должны отсеиваться. Там, я была на всяких тренингах, я знала, что там 10 нет, одно да, но все равно мое подсознание, да, у меня в голове крутилось, вот этот вот жучок сидел, да, и он меня все время там покусывал, да, все время было там, а может быть, да, действительно, а может быть, не надо, а может быть. И когда еще я получала какое-нибудь негативное сообщение, я старалась вообще вот от него отодвинуться, да, но, тем не менее, оно все время крутилось у меня в голове. Ребят, я, чтобы с этим побороться, я начала читать книги. Вот Бухтиярова почитайте, классное у него вообще, он так классно пишет, очень просто, доходчиво, и вообще вот все прям в тему, прям все вот по теме, вот прям у него расписано здорово. Берите, читайте его книги. Вот. И вот мне понадобилось достаточное количество времени, чтобы вот справиться с этим. Теперь, ребят, я просто даже не обращаю на это внимание. Я считаю так, что это выбор человека. То есть идти ему, не идти ему. И когда мне пишут негатив, я считаю, что это просто человек, ну, не совсем хорошо воспитанный. Поэтому он так. Либо у него какие-то проблемы в жизни. Я стала просто сочувствовать таким людям. И когда я начала это делать, да, то мне как-то стало намного проще и легче. Вот попробуйте. Вы просто подумайте. И вот что, тот, кто написал негатив, он просто настолько обижен жизнью, что ему просто некого больше обидеть, что сил нет никого больше обидеть, кроме как нас. Да, мы там по ту сторону экрана, он нам может сказать все, что угодно. А все вокруг, наоборот, его обижают. Так что нужно? Разве нужно реагировать на это, на все? Нужно пожалеть этого человека. Может, он несчастный в этой жизни. Но это его право быть таким человеком. Да? Если, может, ему нравится так в этом болотце сидеть там и пакости всем разбрасывать. Может быть, это его образ жизни, он кайфует от этого. Поэтому не стоит на таких людей даже обращать внимание. Не надо их переубеждать, не надо им что-то доказывать, потому что, представьте, вы переубедите, да, такую, извините за выражение, какашечку. И он придет к вам в команду. Что он натворит в вашей команде? Зачем он вам нужен? Вам нужны какие? Амбициозные, позитивные, классные люди. Так, ребят, еще минуточку, прошу прощения. Я снова здесь, поставьте плюсики. Моя малышня просто атакует косметичку, мажется тональным кремом, делают друг другу макияж. Идем дальше. Поэтому, ребят, не обращайте внимания на этих людей, а просто делайте. Делайте, делайте и делайте. Каждый день. И обязательно вы найдете своих людей. Так. Ну что, ребят, всем все понятно? Да, еще хотела вам вот что рассказать. По поводу вот негатива, да? Я, как, я не знаю, тоже, может быть, для кого-то будет новость, что Oriflame – это не первая моя компания. До этого я была еще в других компаниях. И по поводу негатива. Вот в тех компаниях негатив был такой, что каждый день можно было просто падать с ног. Он прям валил меня с ног из-за того, что я ну, накапливала кучу отрицательной энергии от людей. То есть что только не писали. Вы не представляете, какие сообщения я получала там. И
там и с нецензурной бранью, и чего только не писали. Иногда просто хотелось встать, выключить компьютер и просто уйти и больше не возвращаться. В Орифлейме, хочу вам сказать, такого негатива нет. Вообще нет. Максимум, что вам могут сказать, нет. Или, например, там, вы достали уже. Или там, ну, там, знаете, вот мне за последнее время, вот я не знаю, сколько времени, я не помню, когда я последний раз слышала негатив какой-то, но пришло вот такое сообщение, что вы бы хоть текст, вы бы хотя бы текст меняли. То есть вот, все, что смогли мне написать. Ничего такого негативного про нашу компанию написать не могут, понимаете? Потому что все понимают, что, ну, вот мне кажется, уже очень мало людей осталось, кто не пробовал нашу косметику. Вот. А так все, мне кажется, уже относятся лояльно. Поэтому, ребят, работать с нашей компанией – одно удовольствие. Это я вам скажу честно, потому что, как, ну, на своей практике. Это мое мнение. Надеюсь, что и ваше мнение тоже. Вот, да, но я тоже считаю, что это не негатив, но написали там мне, вы бы хоть текст меняли, разве это негатив? Вообще никто ничего такого ужасного не пишет. Я говорю, в других компаниях я чего только не наслушалась, там и лохотрон, и секты, и перестаньте обманывать людей, и там на вас надо заявление в полицию писать, но это я прям самое-самое вам такое скромненькое рассказываю. А так вообще, ну просто и люди, я вам хочу сказать, что эти компании до сих пор существуют, они до сих пор работают, люди работают в них. И они точно так же строят команды, добиваются результата. То есть его можно добиться везде, если делать действия. В любой, хочу вам сказать, что... Ну да. Вот, в любой компании можно добиться. Но самое главное, как, да, идти, комфортно вам будет в этом во всем или нет. То есть каждый подбирает себе компанию, в которой должно быть комфортно. Вот лично мне в Орифлейме очень комфортно. Комфортно, уютно и вообще классно. Я вижу возможности компании. Я хочу добиться всего, да, я хочу попробовать все вкусняшки, которые предлагает компания. Чего и вам желаю. Так, ну все, ребят, мое время подходит к концу. Еще вопросы у вас есть какие-нибудь? Спасибо всем, что были со мной. Да, сейчас у нас семинар, зажигательный семинар от Татьяны Фроловой будет, поэтому не расходитесь. А я желаю вам удачного дня, всем по регистрации в кармашек, можно даже побольше. Вот. Спасибо всем пока, рада была со всеми пообщаться.